Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам обращение. Согласно закону 5 полиции, пожалуйста, представьтесь. Рабочий полиции Макарова. Еще раз. Макарова. Мы на адрес приехали. На каком основании поставили транспортное средство в нарушение правил дорожного движения? Что вам позволяет отступать от правил дорожного движения? Какой пункт правил? На адрес приехал. Согласно какому нормативно-правового акта вы имеете право отступать от правил дорожного движения? Согласно какому нормативно-правового акта вы имеете право отступать от правил дорожного движения? И что? Что вам позволяет стоять на тротуаре? Какой пункт правил? Любая машина может туда заехать, на это место? Нет. Почему вы это можете сделать? Я на адрес приехал. И что? Я так. Ну, так. Вы можете машину сейчас поставить по правилам дорожного движения? Прямо сейчас? Сейчас могу. Я вас смотрю.